Джош Кинг открылся между линиями, а дальше Мартин Эдегор. И крученый мяч направляет в коридор к нападающему Уотфорда. А вот здесь Эль-Юнуси, шпачок. И какой гол забивает Холланд! Феноменально! Феноменально сыграл бомбардир дортмундской Боруссии. Но гений он и есть гений. Футболист Саутгемптон. Посмотрите, какой черпачок классный получился. И опережает вратаря, нанося удар в одно касание. Даже не удар, а просто достаточно было зацепить этот мяч. Да, и он тут же полетел в противоположную от Юрченко сторону. Но красотища невероятная. 1-0. Норвегия открывает счет до перерыва. И я бы не исключал, что это не последний гол первого тайма.